Пассажиры задержанных рейсов Якутск-Сакырыр все еще не вылетели из столицы республики. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Более 40 человек 10-й день из-за неблагоприятных погодных условий в Сакырыре не могут вылететь домой. Еще один рейс с грузом 200 запланирован на 17:30. Напомним, минувшей ночью в Якутске в частной гостинице по улице Некрасова произошел пожар, в котором погибли двое молодых людей. Они должны были вылететь в Сакырыр. Известно, что в гостинице авиакомпании «Полярные авиалинии» были размещены 21 человек. 30 ноября филиал МФГП аэропорта Севера, аэропорт Сакырыр, не принимает воздушные суда по метеоусловиям. Воздушное сообщение с районом возобновится при улучшении погодных условий. Со стороны аэропорта препятствий для приема воздушных судов нет.